На выборы надо ходить потому, чтобы не оставаться безучастным к судьбе своей страны, к судьбе своего города, к судьбе своего родного края. Наша Анапа – красивый курортный город с развитой курортной системой. Нужно сделать нашу Анапу еще лучше, еще краше. Поэтому я призываю всех анапчан не остаться безучастным, всем прийти на выборы в марте месяце, чтобы наш город процветал и дальше, вместе с нашим городом и край, и Россия.